Здравствуйте, друзья! С вами Рима, канал Кухня Рима Огород. Хочу вам сегодня показать сельдерей. Сельдерей подрос. Стал он достаточно уже таким большим. Хочу показать, что я сейчас на данном этапе с ним должна сделать. Так, нам надо его слегка подрыхлить. Вот видите, он сейчас еще в таком возрасте, пока он еще пока заваливается. Для этого мы должны его подрыхлить. Потом вот так вот придавить возле основания. Вот так вот. И я на этом этапе обрываю вот эти семидольные листочки. Вот. Они уже как бы отработали. Вот, два семидольных листочка. Так, сейчас я еще. Его надо вот придавить, чтобы он был зафиксирован, чтобы он не болтался. Но точку роста ни в коем случае засыпать нельзя. Вот здесь вот. Так, ну вот я его придавила, зафиксировала. И сверху я буду подсыпать питательный грунт. Немного, слегка, чтобы не засыпать точку роста. Так, вот здесь я его так тоже распределю. Ну вот, наш сельдерей. Будет в таком виде находиться, расти дальше. Когда он еще отрастет, я еще один раз сделаю такую манипуляцию. Листья, которые уже будут падать совсем, как бы уже отработают свое. Их надо будет удалять. Ну, а пока вот так. Вот мой сельдерей. Новый вот. Друзья, хочу показать, как у меня проклюнулась астра, проросла. Вот. Лоток с астрой. Достаточно хорошие, равномерные проростки сеянцев астры. Находится она у меня в теплице уже. Вот капусточка тоже уже подросла. Это помидоры вот. Ну, потом я еще вам покажу обзор. Теплица. Вот сельдерей. Его я уже обработала, убрала вот эти вот семидольные листочки у всех. Вот. Вот петунья. Ну все, друзья, пока-пока. Как я сеяла астру, ссылка будет под роликом.